Телекомпания ННТВ и торгово-развлекательный центр «Гагаринский» представляют акция «Новогодний сюрприз». Хотим поздравить всех своих близких и родных, и друзей с Новым годом, сказать большое спасибо всем за то, что они были с нами, и близким, особенно родителям, которые нас поддерживают, очень любят, ободряют. Вот, это наш второй год вместе, Новый год мы отмечаем вместе, и мы желаем всем в предстоящем году обязательно найти свою любовь, свою половинку, и обязательно найти время, чтобы сделать других людей счастливыми. Димы ночью на огне уж письмо оставил мне. Он ветвистыми флагами писанился белыми. И по ней, как на картинке, побежали вдоль тропинки. Все понятно, Новый год, гости ложь меня зовет. Пифатика писает он санки, покатаю на паянке. Поздравляю всех с Новым годом! Поздравляю свою любимую семью, внучку Аллу, зятя Алексея, дочерей Людмилу, Марию. Поздравляю своего любимого мужа Александра, а также всех своих родственников, мамочку Зинаиду Степановну, мою любимую Золовку Наталью Николаевну, моих подруг Галину, Татьяну, сваху любимую Татьяну Борисовну. Поздравляю свой любимый коллектив Ближней Борисовской школы, всех своих бывших учеников и настоящих. Желаю 11-классникам сдать хорошо экзамены. Пусть исполнятся все их мечты. Мой 7-й А, чтобы хорошо учились. 3-й А. Жду от вас хороших успехов. И вообще поздравляю всех-всех свой коллектив Ближней Борисовской школы. Поздравляю программу ННТВ с Новым годом! Уважаемые нижегородские, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья, добра, успехов в Новом году и всем много-много любви. Поздравляю всех с Новым годом, желаю всем большого счастья и большой любви, чтобы все мечты сбывались.